Посреди башкирских степей высятся три горы – Шиханы-Куштау, Таратау и Ярактау, образующие Большой Башкирский риф. На их склонах нашли приют редкие растения и животные. А все потому, что эти шиханы являются своеобразной машиной времени, которая может перенести в далекую историю теплого моря Палеоуральского океана. Они уникальны сами по себе, потому что представляют нам коралловый риф, который существовал на рубеже карбонового и пермского периодов, это где-то возраст 300 миллионов лет назад. Раньше это было древнее море, то есть если вы, сейчас мы все знаем большой барьерный риф в Австралии, да, коралловый, то это был примерно такой же аналог. Куштау, Таратау, Ярактау и еще одна на сегодняшний день уже разрушенная гора Шахтау были тогда одиночными рифами конической формы, составными частями этой цепочки рифов. Известняк, из которого состоят шиханы, представляет собой скелеты живых организмов, умерших сотни миллионов лет назад. Они уникальны именно в комплексном своем подходе, потому что там и биологические виды краснокнижные есть, и характерные для Башкирии. Потом палеонтологическая составляющая, ну и, естественно, геологическая. Аналогов таких шиханов или древних коралловых рифов в России практически нет. С течением времени море отступило, и в результате тектонических движений остатки барьерного рифа приподнялись, и на них сформировалась особая экосистема. Она уникальна, потому что там есть редкие растения, там разновидность тюльпана, потом рябчик интересный растет, уникальные бабочки, в том числе и семейство Аполлоновых, эти мнемозины, которые обитают и водятся только там. Если уничтожить биотопы, экосистему, то, естественно, все это разрушится, и мы, возможно, потеряем вот такие биологические виды. Власти Башкирии создали геопарк Таратау, но пока в него входят лишь две горы – Таратау и Ярактау. У горы Куштау пока такого статуса нет, но такие уникальные природные объекты необходимо беречь. Разработка и добыча полезных ископаемых – это однозначно исключается из этого. Поэтому комбинату, который занимается производством соды, необходимо искать какие-то дополнительные источники, которые находятся несколько дальше, чем непосредственно эти шиханы. Вот, возможно, только туристические маршруты, нужно продумать просто охранные мероприятия. То есть это не просто ООПТ, особо охраняемая природная территория, она должна иметь какой-то более расширенный статус, я считаю, именно геологический памятник или комплексный памятник. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.